руки, падали, давайте рекой. Выходи, я ломоту за обувью крутой. Я запрещаю всем употреблять алкогольные напитки. Кто алкоголь выпил, тот отсосал пипи. Ой, сейчас, Сережка звонит. Алло, алло. А, Сережа. Да, Сережек, да. Да. Угу. Сереж, сейчас. Да, Серег. Алло. Да, Серег. Серег, а ты где? Я понял. Да. Сейчас, Сережка, сейчас болгарку вынесу. Болгарка, сейчас. Болгарку, чел. Сейчас. Сейчас болгарку, чел. Болгарке, эй, хозяин, хочу болгарке. Хочу болгарке. Есть болгарке. Эй, хозяин, есть болгарке. Мне нужен болгарке. Да? Пулей, чел, пулей. Но только а потом. Ты будешь проходить Кута 4 или Fallout 4? Да. Ты ни одну из этих игр не прошел полностью? Да ты что? Но охраны нет, похоже мирная. Да. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай эти суки хотят. Это Куся, сука, да. На входе заказал, ах... Это Куся, сука, на входе заказал, ах... Потому что я подкаблучник, потому что я подкаблучник. А ты слышал о карте, сделанной специально для геймеров? Она сразу стала must-have. Дает отличный кэшбэк за покупку ноута, девайсов, игр, кафе и доставку еды. Тинькофф Банк знает, что нужно геймерам. Прямо через приложение ты можешь купить игры для Steam с кэшбэком и скидками. Какую бы карту All Games ты не выбрал, кредитную или дебетовую, ты получишь дополнительные бонусы. По дебетовой тебе начислят 500 бонусных рублей после первой покупки, а по кредитке юзай промокод ALLGAMES12 для года бесплатного обслуживания. Карта для геймеров доступна с 18 лет. Еще нет 18? Не беда. Ты можешь оформить молодежную карту с крутым дизайном. Выбирай свою карту Тинькофф, заполняй заявку за 5 минут и жди курьера. Он привезет ее тебе бесплатно. Бонусные ссылки в описании. Сука, денег нет, нихуя, сука. Сиди, блядь, сука, машина сломалась, блядь, денег нет, хоть заказывайся, блядь. Актеры хуй, Оскар вам. Алина, ням-ням, давай разведем спектакль на потоке. Ням-ням, контент будет ням-ням-ням-ням-ням, а в чате будут хикать ням-ням-ням-ням-ням. Минус 150. Пулей. Пулей. Серега заезжал за болгарком. Серега заезжал, чел. Сережка заезжал, чел. Покажи сумку. Какую сумку? Лизы нет в чате, надеюсь. Так приятно слышать Сережин голос. Я думал, что вы расстались, а вы вместе до сих пор. Сереге привет передавай от чатика. Ты давай почаще. В очередной раз все деньги на сумочку. Платные пуфики. А какие руки еще позариться в чате ради тебя? Все девки чата мои, и я их буду ебать! Ой. Ясно. Я сказал, скоро настанет тот день, когда я обрету свободу. Меняю позицию, буду встречать женщину с ребенком. Но ты справишься, я знаю.
Покажи сумку. Покажи сумку. Покажи сумку. Какую сумку? Покажи сумку. Отстань! Покажи сумку. Покажи сумку. Покажи. Олька, я тебя люблю, моя зайка. Олечка, малышка. А у вас с Сережкой годовщина 26 октября была. Сколько вы уже вместе, каблук? Заткнись! Это вообще не считается, понял? Я свободный мужчина. Свободный мужчина ты только в своих снах. А да? В реале ты пес цепной. Ждешь, когда хозяйка с ламоды придет. Заткнись, давай, ты дурак! Что ты мелешь? Ничего, что я свободный мужчина. Я свободный, абсолютно свободный мужчина, который абсолютно свободный всегда, в любую погоду, в любое время года. Сбрасывай! Алина. Сбрасывай нахуй! Сбрасывай, занято! Алина нет, других. Забыл. Сбрасывай, чел! Вся в ламоде, но Денису не дает. У каблука нет других забот, когда Раля с ламоды сумку ждет. У каблука нет других забот, когда Раля с ламоды сумку ждет. Да. У каблука нет других забот, когда Раля с ламоды сумку. А ты же не ответил, помнишь, тебе вопрос задавал. Как у тебя дела, чел? А как же твоя дочка вообще в плане знакомства с дядями? Привет, Заюх. Привет. Артём, спасибо вам. Нет, если бы не вы, нам бы точно не уйти. Да? А так они все отвлеклись. Жмаки, жмаки, а там обращайся, жмака. Да, жмак. Дядя Артём, да, спасибо. Да. И жена у вас хорошая. Да? Добрая, красивая. Заткнись, вот. Пиздушка, не вот, твое дело. Я тебе всегда говорила, как тебе со мной дичайше повезло. Олька, тише, веди себя. Нам с ней всем повезло. Знаешь, как она стреляет? Хорошо бы твоя мама с нами поехала. Была бы у нас команда. Одна лечит, другая калечит. Катя, ну я ты выдал, ты что, помимо воли? Я хочу пиццу.